Ерунда. Все, надо идти собираться. У нас еще сегодня экскурсия. Такую прохладную погоду. Да, ты выспался? Ну, конечно, но все равно. Видела, как я сползал в кровать? А глаза мои видела с утра? Красноглазик. Ажурный бетон. А? Ажурный бетон. Да. Все кириллы. Иначе будет и силы, и получается. Мы думали дождь, а это снег. Это лед. Так, давай. А вообще едем? Поедем, получается, час езды примерно отсюда. Ой. Погода сегодня немножко дождливая, там она, наверное, будет снежная. Так что как в город мы приедем примерно 5-5.30. Они такие сказочные. Метель такая. Слушай, магазинчик. По-моему, все закрыто. Ну так, ну там магазином сложно назвать. Что есть? Хочешь? Нет, кофе я не хочу. Ты хочешь? Я хочу. Ну, бери. Я хочу. А деньги-то у тебя. На 4 писаны, да? Нет. А, я думал, писаны. В общем, да. Плюс 2400. Нет, не плюс. В общем, я 300 метров, да? Да, 300 метров. А, ладно. 4 тысячи в это куда мы? Я думаю, плюс 2300, ну нормально, думаю, что. За часик, да? Рваню. Нет, это прям вверх-вверх надо будет. Жирненькие, утишенные белочки. Какая белочка? Так, ну что, идем на небольшой. Такие вообще. Какие красивые. Семечки, орешки можете предложить птичке. Так вот, не птичка, не птичка. Вы же написали бы, что вы можете взять там как на будущее, возьмите там птичку. Фотографию будет разрушать. Какая пушистая, красивая, да? Никто ничего не делал, да? Не надо.
Только скажи, давайте что-нибудь. Как Белоснежка. Кому еще дать у меня в клюве? Ой, смотри. Да. Они как-то оплату получили. Ой, испугались. Надо не шевелить. Вот сюда иди. Да? Да. Ну ладно. Там как раз площадочка здесь можно будет там. Рин. Рина. Ирин. Улица жар. Это вот там свадьба Олег как раз там. А, вот там. А, так это вот свадьба Олег, мы дошли до нее, да? Да. Вот из-за этих камней, видите, мы бы не поднялись бы. Ага. Они постоянно сыпятся под ногами, здесь пишут отсюда. Да. Так, остановочка. Остановочка. Я думаю, уже спускаться. Сарантовая. Это вот вулканская идет. Синяя, может быть, да, водопада. Особенно зеленая, это вот девчонки. Да. То есть вот от старта до Рацика 4900 даже меньше. 4 километра 900 метров. Получается от старта лагеря до водопада 2,5 километра. И от старта вот лагеря до разбитого сердца 1,5 километра. Всего лишь, да? Да. То есть еще километр, и мы будем в водопад, да? Вот еще километр. Прошли. Ну мы же еще ходили, мы же ходили еще на этот, на разбитое сердце, на свадьбу рек. Молчи вот. Уже почти доела свое самое. Мы кружок открывали, а сейчас закончили учебу, и на него все. Снег падает. Еще пять, и мы сейчас спускаемся. Там сильно не замерзнем. Птичка. И
месяца. Такой нехохолок. Ну, знаешь, прямо сейчас на ветру такое это. Ой, спасибо, а можно мне тогда? Блин. Надо смотреть, только больше или... Вкуснее. Слушайте, подождите. Не двигайтесь, просто остановитесь и стойте. Неподвижно. Ой. Самый большой кусок, главное, ага. Девочки, самое сложное впереди. Там такой подъемчик будет. Но вы не переживайте. Здесь лучше на санках. Не-не, здесь на гакате. На гакате? Точно. Держи, руки замерзли, да? Ну ничего. Там посадки, потом подождите. Боишься спускаться? Ну, быстрее, да? Ну, быстрее, да. Конечно, конечно. Да. Аккуратно. Можно на косточках съедем? Держи за меня. Вот здесь, сбоку. Какой? Здесь? Вот здесь. А. Да, да. Вот здесь. Ровно так идите, да. Здесь и земля полная. А. Здесь все труп есть. Дальше не уходим. Ага. Сюда ставь. Еще раз, то я снег снимала на тебя. Чтобы не шевелиться. Испугалась. Ну куда ты далеко-то улетела? Зачем? Передумала, да? А, хитренькая, она берет и, короче, и улетает, да, одну? Не, чтобы посидеть, поклевать. Не-не, далеко улетела. Пойдем. Вот она. Сейчас, сейчас. Ага. Клювик дык-дык-дык поточила. А, нет, это уже не так. Там просто живописнее было. Зашли в Нават. А? Зашли в Нават. Чайхану Нават. Саша виноват. Да. Ты же без алкоголя? Конечно. Ну, как
такая рама. Только покислее, да? Широко и плохо. А вот я забыла, как называется этот кефирчик. Приятного аппетита. Какой что? Перформанс. Все профукали. А можно повторить? Полный дом, но это я на цене.